Фойе Брестского государственного университета имени Пушкина в этот день похоже на муравейник. Там и тут толпились группы молодых людей, которые жадно впитывали информацию. Студенты и руководители каждого факультета рассказывали о преимуществах и возможностях своих специальностей, а главное, приглашали будущих выпускников приходить к ним учиться. Наш факультет предоставляет невероятные возможности для всех желающих. Отличием нашего факультета является бренд. Это лингвистическое сопровождение мероприятий, где наши студенты являются волонтерами и помогают в переводе с одного языка на другой. Также наш факультет предоставляет возможности для изучения иностранных языков, английский, немецкий, китайский. И то, что нас отличает, то, что наши студенты принимают активное участие в летних лагерях, посещают Китайскую Народную Республику. Возможностей уйма. И мы всех ждем и приглашаем на наш факультет, факультет иностранных языков. Вот так интересно и с огоньком в глазах представители каждого факультета рассказывали о своих возможностях и знакомились с профессией. При этом, чтобы подача информации была не сухой, а интересной и запоминающейся, каждый факультет придумал викторину. Она пришлась по вкусу многим абитуриентам, которые отметили, что именно такие формы работы помогли им сориентироваться и сделать правильный выбор. Если честно, я осталась под большим впечатлением от всего этого. Было очень интересно. Мы когда проходили квесты, особенно с друзьями, одной, конечно, было бы не так интересно, но когда с друзьями проходишь, это очень весело, интересно. Еще очень были увлекательные вопросы. Нам очень много рассказали о факультетах. Я, если честно, до этого даже, рассматривала Пушкинский университет, но больше склонялась к другому. Но сейчас я услышала о факультете, историческом факультете и филологическом. Я прошел уже несколько факультетов. Одним из самых который мне понравился, вообще факультет естествознания и, посмотрю, физическая культура. Вот, очень понравился. Факультет естествознания – это для меня очень мечта, Но еще рассматриваю факультет истории, исторический факультет. Тоже очень интересная история, увлекаюсь ей. Очень нравится. Самый интересный и самый активный – это однозначно исторический факультет. Эти ребята очень веселые такие, везде поддержат, везде подбодрят. Они подходят, помогают, завлекают, очень интересно что-то рассказывают, просто убеждают всех и вся. У меня больше математические предпочтения, я прошла 3 курса по программированию, я учусь дополнительно, то есть и в дизайне, программирование, я играю на гитаре, рисую. То есть у меня такое больше творческо-математическое, поэтому, скорее всего, я поступлю в технический университет, но уже планирую рассматривать как вариант исторический. Ребята, которые собрались на фестивале педагогических профессий, очень разные. Кто-то талантлив в языках, другой хорошо разбирается в математике. И так важно направить их сделать правильный выбор, сохранив интерес к профессии, помочь проявить свои сильные стороны и приумножив желание работать по специальности. Составлена целая программа на учебный год для того, чтобы тех, кто учится в педагогических классах, приходили, дальше выбирали в качестве продолжения обучения педагогическую профессию, приходили в частности в наш университет, где можно найти абсолютно все направления по душе, чтобы повысить в целом процент поступления этих ребят в педагогические вузы нашей страны. Это непростая задача, но мы все знаем, насколько востребованы сегодня педагоги по абсолютно всем направлениям. И эту востребованность мы будем восполнять. Еще в прошлом году план приема на бюджетные места значительно увеличился в Брестском государственном университете имени Пушкина. И в этом году сбавлять темпы никто не планирует. Ирина Левчук, Эдуард Букунович, Олеся Столярчук. Новости Бреста.